Пугающая статистика. По сравнению с мартом 2022 года более чем на 70% подорожали сахар, рафинад, мыло, хозяйственные, канцелярские товары. Более чем на 50% выросла цена на мыло детское, лук репчатый, средства для мытья посуды и курагу. Такие данные представлены в бюро нацстатистики. Тем временем власти на местах разными методами пытаются сдержать рост цен на социально значимые продукты питания. С подробностями наш корреспондент. В марте 2023 года цены на продовольственные товары повысились более чем на 1%. Непродовольственные товары. Платные услуги по 0,8 каждый. Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,5%. Самая низкая – 0,4% в городе Астане. Социально значимых продовольственным товарам власти относят 19 продуктов питания и жестко контролируют цены на них. Торговая наценка на такие продукты не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Одним из основных инструментов сдерживания цен является СПК. Совместно с инвесторами для борьбы с ценами в Западно-Казахстанской области открываются социальные торговые точки. Одна из них расположилась на рынке Елерса. Социальный супермаркет на территории рынка Елерса, оптового розничного рынка Елерса, он открыт нашим партнерам по доверительному управлению этим рынком. Данный партнер выступил в качестве инвестора по развитию этого коммунального рынка. Целью этого проекта являлась организация розничной торговли, крупной розничной торговли. И основное направление – это реализация социально значимых продовольственных товаров по сниженным ценам. Социальные магазины открываются с 2020 года. Здесь продаются товары массового потребления – сахар, мука, яйца, растительное масло, овощи и крупы. Отметим, что товаропроизводителям аренда отдается по льготной ставке. В свою очередь, товар не должен продаваться дороже, чем в обычных магазинах. Инвестор сосредоточился на реализации социальных проектов, чтобы сохранить доступ к продуктам питания для жителей города. В социальном супермаркете вы сможете приобрести все необходимое по доступным ценам. Отметим, подобные социальные магазины открываются по всей республике. В таких торговых точках есть все необходимое, где покупатель может приобрести в одном месте и по доступным ценам. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42.